Здравствуйте, это канал Максимадзе, и вместе со мной, опять же, Леха с канала Чухо-Чутово-Рачутово, всем привет. И мы играем, короче, в Gang Beats, очень смешная ржачная игра для двоих в жанре файтинг. И мы сегодня попробуем, какую кнопку выбрать. Короче, выбираем персонажа, может быть, мы тоже как несколько серий будем записывать, я потом на ПК-версию перейдем. Здесь мы, ну сейчас мы играем на PlayStation 5. Так, как выбрать цвет? Ага. Так, о, Пикачу. Так, а я возьму... ну, пофиг, я возьму вот его сейчас. Так, вот его. Не знаю, что это. Так, выбирай, короче, ганг. Ганг. 8. 8, рандом. Рандом, да, и старт. Сейчас уделаем максимально. Последний раз я победил со счетом 8-0. У него был 0. Так, я могу уже подзабыть управление, так что будем стараться. А, я даже забыл, что я желтый. Ай, блин. Блин, вот как печально, я сразу же упал. Так, вот выбраться отсюда, это, блин, надо постараться. Ну, я пока полежу, подожду. Да пошёл ты, блин. Да, ну вот здесь выбраться довольно-таки проблематично, на самом деле. Но я как-то выбирался, но сейчас что-то не получается. Так, ладно, номер один. О, ринг, зашибись. Короче, треугольничек это поднимать, руки. О-о-о-о! Ты чё, а ну отпусти меня. Ты чё меня бьёшь, что ли? Блин, я отпрыгнул, как кажется. Нет, это тебе головой удар. Я нажал кнопку прыжка и отлетел. Так, ладно. Ну ничего, я должен хотя бы... Нет, не надо... Ну ничего страшного. О, вот эта карта вообще взлетает нас вверх. И... А ну подошел он нафиг. Э, ты чего упал-то? Я не хотел падать. Погоди, не-не-не-не. Нифига, нет. Да какого фига? Не надо было меня трогать. Я, короче, хотел выбросить уток и сам тоже упал вместе с ним. О, на грузовиках. О, моя любимая. А вот это вот... Не очень-то удобная, на самом деле, карта. Я в прошлый раз вообще внутри грузовика оказался. Каким-то образом, я даже не помню как. Опа! Ой! И сейчас ты опять там окажешься внутри. Ну, какого фига-то? Сейчас я к тебе залезу. Да как ты ко мне залезешь? На дверь отсюда? Прыгну. Да ты упадешь. Ой! Опа! Ой-ой-ой! Ой, что происходит? Там щиты надо прыгнуть. Хорошо, что я не на дверь залез. Опа! Отлично! Блин, я думал, ты сейчас собьёшь. Ну я тоже что-то думал. Так, и еще раз надо будет сейчас это сделать. Опа! Это нечестно. Так, обликнулись. Блин, вот как бы мне туда попасть, как бы мне к тебе попасть, а? Это лишь бы дверь. Опа, два щита, и как мне, как бы... Лишь бы дверь не отвалилась. Опа! Нет, я не ожидал, что я сюда попаду, нифига. Нет, я выиграл здесь. Нифига себе, я вообще не ожидал, что я смогу попасть туда. Ладно, 1-3. Блин, нафиг я полез на эту дверь. Опа, а вот эту я не помню. Как тоже не. Мы, по-моему, здесь не были. Красава, ты вообще... Круто ты лоханулся, блин. Чё, туда даже нельзя попасть. Ай, блин. Кто первый, короче, 8 побед наберет, тот и выигрывает. Это довольно говоря. Скучно, но просторная карта. Ой, я забываю, какой я цвет. Да ты красный.
Ой, да не туда ты схватил, дебил. Ай, блин. Я хотел тебя туда скинуть, вот так и сам себя туда скинул. Ну, что-то я тебя туда скинул. Да? Пытался тебя туда скинуть. Опа, вот эта карта мне не очень нравится. Мне честно. Нравится. Мне вообще все нравятся рисковые. Мне все рушится. Опа! Нет, ты чё, офигел, что ли? Иди нафиг! Пошёл нафиг! Ой, я забыл, какую кнопку кидать. Удары головой... Я в любом случае за тобой. Не должны проходить без света. Пластилиновый ржач, блин. Эту игру я впервые увидел и угорал над тем, как в нее играли Куплинов и Алекс Позитивный. Вообще, короче, угар был. О, вот эта карта, да. Когда вот они играли в 2016-м, там карты выглядели не так, как сейчас они были. Лучше, что ли? Ну-ка, ну впустите меня сюда. Ты хочешь сказать, что карты за год стали только хуже? Как-то те более, я не знаю. Не-не-не, отпусти меня, блин, отпусти меня нафиг, говно. Блин, тоже, нет, ты никуда не уйдешь. Ты будешь умирать вместе со мной. Нет, я не хочу умирать. Не-не-не-не-не-не, ты будешь помирать вместе со мной. Ой, я тону, кажется, еще. Я тону, блин. Твою мать, я тону. Повезло. Так, ему еще 3 раза надо выиграть. Чтобы победить в этом раунде, так сказать. Опа. Ну, это легко. Да, вот эту машину достал. Ой, я забыл, какой я цвет. А, блин, стой, нифига, стой, блин. Не. Ай, тихо. Не, я хотел тебя схватить туда. Опа, блин. Как ты головой-то бьешь, ты мне скажи? Как? Я просто на кругляшок нажимаю. Ну-ка вылези нафиг оттуда. Ты что упал-то? А ну вставай, блин. Пикачу. О-о-о-о! Да блин, да ты не то хватаешь, дурак, блин. Это кульбит, нахуй. Тихо. Нет! Я выиграл. Блин. Я сверху был. А я тут уже надеялся, что выиграю. О, вот на этой карте я вообще в прошлый раз Леху офигенно скинул затылком. Я вообще угорал просто на этих. Ты уверен, что туда лучше стоит идти? Эта лестница сейчас развалится. Ну иди туда, короче. А я пойду, а я наверх пойду. Блин, это не лестница сломалась, а там кирпич отвалится. Ну ты лоханулся сейчас. Зачем ты туда вообще пошел? О, вот здесь вообще легко упасть будет. Поехали. Со мной полетишь. Ничья. Так, запись-то идет? Идет, да. Камера просто в спящий режим может перейти, поэтому я проверяю. Так, у нас 6-6, что ли? 5-5. 5-5, по-моему. Так, обычно мы здесь сверху все появляются, а здесь что-то я появился внизу. Так, я почему-то зеленым вообще стал. Да не то хватаешь, дебил, блин. Прям как яйцо. То.
Вроде желтая, а ты... А, да, ты розовый какой-то немного. Да что ты отстань от меня? Иди угори. Не-не-не, ты гори, иди. Вау, хорош! Блин, это весело на самом деле. Туда в двери, кстати, можно зайти, но там ничего вообще нет. Абсолютно. Гондола, это что такое, я не помню. А-а-а, вот оно что. Ой, я опять забыл, кто я. Опа, ну-ка падай туда нет, вниз. Нет. Ты где вообще? Ладно, я пока потанцую. Стой, куда пошел, бля? Ура, нафиг, ты что руки не поднимаешь? Нифига себе, я тебя на 2 очка уже обгоняю. Контейнеры, офигеть. Сложно достаточно. Нифига ты лошок вообще. Ура, нафиг, я выигрываю. Ура! Я победил! Сколько минут прошло? Вот. 11. А, 11. Ну это совсем немного прошло. Конечно же, мы еще раз будем пробовать. Давай других выберем. Так, я тоже выберу кого-нибудь. Где этот очкарик, за которого Купинов играл? Почему-то я его не находил. Не, за бабушку играть я не буду. Я буду играть за кого-нибудь более такого нормального. О, я бы за бабушку поиграл. Да блин, что, этих нормальных нету, что ли? Ладно, давайте динозаврика, а чё я выкинул? Свет. Давайте какую-нибудь. А что, только такие, что ли? Ну ты команда. Я забыл, как цвет выбирать. Ладно, давай. А ну пускай будет, ладно, синий будет. Куплинов за очкарика такого играл, что-то его здесь нету. Куплинов за себя играл. Ага. Как он говорил, я играю за очкарика, Лёха играет за лошарика. Куда, блин? А ну отпусти меня нафиг. Я омоновец сегодня. А я динозавр. Ой-ой-ой-ой-ой. Ничья. Ладно, 0-0. Красный и синий, зашибись. Аквариум. Опа. Сначала я подумал, что... А я помню, я с Саней тут были, когда играли. Ну-ка иди сюда, че он бегать-то не может нифига. Ну-ка, а их выпу. А ну-ка, а это стекло нельзя разбить? Может рыбок можно выпустить? Нет, оно не бьется. Сначала я подумал, что этот бассейн хороший и в нем искупаться можно, но потом оттуда вылезет морское чудище. Вон оно уже вылазит. А блин, он зачесался. О, видите, что оттуда вылазит? Оно будет сейчас нам мешать, короче. Ну куда ты идешь? Оно вернулся нафиг. Ну-ка иди сюда, блин. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не надо меня туда скидывать. Че, образил, что ли? Не-не-не-не. Вали. А как мне выбраться-то теперь отсюда, скажи мне? Блин. Ладно, куда на меня утащил? 1-0. Венс. Я вроде помню... Эти кнопки так приятно нажимают. Да. Так.
Ой-ой-ой, куда ты упал-то, блин? Только залезай нафиг. Сейчас этот вентилятор активируется и на собой сейчас сдует нафиг отсюда. А ты-то что не полетел? А ну сюда иди, блин. Ладно, я благодаря вентилятору только вылез оттуда, блин. Не-н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 е, ты чё? Ой, я шапку себе сбил. Ё-моё. Блин. А я опять проиграл на этой карте. Да что ж такое? Ладно, 0-2. Опять гондола. Ну, это не нравится. Ой, я забыл, ой, какой блин. Цвет! Ты тоже забыл, какой да, цвет? Да, да. Ты на разную сторону пошел. Да, пипец какой. Я думал, сейчас слева вот. О, вот эти штуки откроются. О, это вообще офигенное место. Это место членов. Это неприличное место, поэтому дети, уберите, уйдите от экрана, пожалуйста. Видите, кусочки самых важных мужских органов падают. Сам-то ребенок. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой, меня придавило кое-чем. Ну-ка, падай туда, к ним тоже. Фу. Блин, какого черта он закрылся? Блин, ну это реально похоже на эти, о чем вы, наверное, тоже подумали. Потому что вон яички, по-моему, падают. Ну что это еще может быть тогда, если не это? Тихо. Опять у тебя шапка слетела. Так, как мне ее надеть? Блин, я яйцо хотел тебе притащить. Я тебя сейчас притащу. И лети туда, в общем. Давай, лети туда. Нет. Да, лети давай туда. Твою как? Как? Блин, ну нифига себе. Ничего себе. Уцепился такой, смотри-ка ты за дверцу за эту, блин. Хитрюга, а вообще. О, поезд. Куда ты пошел-то? А ну иди сюда. Надо было деревяшки отсоединить, пока ты бежишь. Ну блин, вот теперь тебя не видно совсем. Как? И как быть теперь? А, ну зашибись, ты доволен? Нас теперь обоих не видно. Чего? А как ты выиграл-то в смысле? Слепой бой, блин. Нет. Я прицепился там. Ах, ты хитрый, блин. Да там не видно вообще ничего, колесо. Ну тут просто берем максиманты и заботим его. Смотри, какой чего прикидывается. Тихо. Блин. Не-не-не-не, ты будешь вместе со мной утонуть. Ой, там акула. А, это ты что? Да я. Не-не-не, куда ты цепляешься? Ты вместе со мной помирать там будешь. Я тону. Ты меня не трогай. А ты захлебал уже. Я раньше начал тонуть, блин. А ты зацепился, блин. Изи кат. Печально. Билборд. Опа. Билборд. О, блин. Тихо. Не проваливайся туда. Блин. Да что ж такое, а? 0-6 уже. Изи катка.
Гирдерс. Опа. А это главное, в ту трубу не прыгать. Я тебя сам, наверное, сейчас сюда сброшу в эту трубу. Стой, куда ты? Надо хотя бы один раз выиграть в этом раунде, блин. А! Жирный ты, блин. Да какого фига? Да потому что я плохой. Да ты цепляешься постоянно. А ты жирный. Спрыгнул, аж провалилась. И чё, если я чё-то не думал, что надо развалиться? Метро. Тут тебя сбросить, я выиграл. Так, не, ты не вылезешь, и ты будешь вместе со мной помирать тут. Тихо. Отстань от меня, динозавр! Не, ты не вылезешь оттуда, ты будешь помирать вместе со мной. Ничья. Но, мне кажется, Лёха уже выиграет, я думаю. Шансов у меня уже совсем нету. О, это Антарктида. Здесь вот если провалишься, утонешь, будет не офигенно. Давай, проваливайся туда, блин. Помогите, я тону, блин. Это так легко сейчас. Так красиво было, но легко. Так, запись еще идет. 22 минуты. Предлагаю, короче, еще раз, но теперь не 8, а поменьше поставить. Ну давай. Там 5, например, или 4. О! Курица! Ко мне, не надо в команду. Это ты сейчас в моей команде будешь. А, блин, а как отсюда вылезти? Я забыл, какой кнопкой цвет менять. Да блин, не, я хотел... Я курицу хотел выбрать. Ну пускай будет желтая курица, ладно. Курица паркуется. И смотрит вся улица. Блин, я вот отвлекся на этот будильник дурацкий, блин. Дурацкий будильник. Правильно, курицу. Спей молку. А почему у меня рингтон на будильнике стоит другой? А не этот. Я должен знать, почему. Который я ставил. Короче, говно какое-то происходит. Ну-ка! Да фига ты зацепился туда! Ты чё, бабку трогаешь, а? А ты чё, курицу трогаешь, милую, блин? Жестокое обращение с животными, блин! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Тихо-тихо-тихо! Давай, залезай! Есть! Фига себе прыгает! Пошла отсюда! Пошла отсюда! Не бейте, какая жесткая курица! Ты что делаешь? Не надо смешить меня! Ну это ты такие звуки знаешь! Чё ты не улетаешь? Нахуй, бля, давай! Да блин, да не в ту сторону! Сбрасывай говно, блин! Что за курица паркуется, блин? Давай, говно!
Да давай, лети ты вниз. Лети вниз туда, лети давай вниз, блин, тебя вырубить бы надо. А так выруб... можно? Ну да, можно. Вырубить и взять тебя, короче. О! Хватай, 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 поднимай и кидай. Еее! 1-1, блин. Это вот первый раз только потому, что я отвлекся на этот дурацкий будильник. О, труба. Не рекомендую, короче, спускаться вниз. Давай кто в кратер сбросит. Кто кого. Как хочу, так и делаю. Не-не-не-не. Бабка, вставай, ты чё? Блин, да ты чё не выкинул? Ничья. Да, это ржачный выпуск получится. Я думаю, мы потом скачаем это на ПК и там тоже поиграем. Обязательно, я думаю. Так, по такой ржачной игре надо несколько серий записывать, а не одну. Ой-ой-ой, вот сейчас бы опять туда не провалиться. Ой-о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 й
Так, мы до четырех, да? Поезд опять, блин. Курица. Цепись ты от меня. Какая ты курица? Ну кто так паркуется? Какая же ты курица? Курица. Крутится и смотрит вся улица. А как? Ты как будто в воздухе висишь, мне так не кажется, а? Нифига себе, ты акробат вообще. Ой, ой. Ой. Yeah. Блин, ну это было красиво. А чё я упал в конце? Это было красиво. Да. See you later. Сколько там времени осталось? О, моя любимая. Быстрее. Блин, время закончится скоро, наверное, на камере. Так вот. Не получилось. Так, мне еще бы один раз выиграть, и будет офигенно. Будет 2-1. Гондола. Фифе он меня выигрывает в КС раньше. Тоже выиграл, а здесь не должен. Битва продолжается, смотрите-ка. Вот, опять будильник срабатывает. Будильник о том, что нам скоро на стрим. Так, а ты запись не можешь остановить? Я боюсь, я записаться боюсь не успеть. Так, запись остановилась, но мы продолжаем. Давай, 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 не-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 не. Стой, 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 куда, 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 куда? Ну-ка падай туда, нафиг, опять ничья. Почти всегда ничья. Ну да, у нас в прошлый раз на Эликарте, по-моему, тоже было. Блин, мне ринг. А, ринг, точно. Погнали, вот это бой сейчас был. Вот это супер победа была. Ну ничего, я тебя тогда победил. 8-0. 8-0 разве я ни разу что не выиграл? Нет. А, ну ладно. Зато я тебя вчера или позавчера 8-0 победил. Ладно, в общем, такой вот был выпуск у нас сегодня. Подписывайтесь на канал. Мы как-нибудь, я думаю, еще раз в это сыграем. Я надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь на канал Чехушета Врачу, на канал Максимадзе, на мой стримский канал. Ставьте лайки, подписывайтесь. Ну и всем пока.